Развитие уличного спорта в Магнитогорске уделяет большое внимание. В городе построены десятки площадок для занятий воркаутом. Еще одна совсем скоро появится в парке у Вечного огня рядом с центральным стадионом. Здесь у нас две площадки. Это площадка скейт-парка со зрительскими местами. Это воркаут. И произошло это благодаря тому, что город поучаствовал в гранте в 2017 году и выиграл грант «Спортзал под открытым небом». Этот спортивный зал пока только на бумаге, называющийся проектом, но его реализация идет полным ходом. 1100 квадратных метров ровного асфальта уже есть, готовы ямы для электроопор, цепной траншейный экскаватор делает свою часть работы. В течение месяца здесь установят горки для скейтбордистов, турники и брусья для воркаутеров и уличные тренажеры для всех. Там, где необходимо, уложат специальное травмобезопасное покрытие. Проводить время с пользой для здоровья горожане смогут на этой площадке и летом, и зимой. Также здесь будут проводиться различного рода соревнования. Чем больше именно правильных кластеров для горожан, тем это полезнее. И даже пройдя мимо, увидев спортивную площадку, кто-то сначала посидит рядышком, а кто-то через день подойдет и будет там заниматься. Александр Берченко точные даты открытия площадки не называет, но обещает, что она состоится этим летом. В том, что площадка пустовать не будет, ее устроители не сомневаются. Ведь даже в будние дни в парке много людей, и взрослых, и детей. Андрей Рыжков, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.